Итак, самый добрый день. Сегодня у нас 10 марта 2021 год, и я начинаю с красивого, чистого туалета. И надо сказать, что это просто-напросто парк. И тут даже есть два выхода. Один сюда, в красоту. А другой туда. Не буду я возвращаться. Такой маленький парк во Флориде всегда и везде есть водичка. И она холодненькая. Холодная-холодная. Я приехала в мое любимое место. Называется Lone Cabbage. Это любимое место для байкеров. Сейчас мы туда пойдем. Вернее, сейчас я туда пойду. Ну, мы Николай II. Понятное дело. Мемориал парк. И вот на каждом шагу вся Флорида в парках. Этот парк вообще малюпусенький, крошечный. Вот стоит одна палатка такая. Там можно остановиться, сварить кофеечек, какой-то обед себе, просто пообедать, с собой что-то привезти, просто отдохнуть, просто растянуться и полежать на этих на лежанках. И вот тут, кругом и везде, вы можете увидеть аллигатора вот в этой воде. И вот там тоже протекает такой, как бы, вот такой же узенький каналчик. Тут кругом и всюду есть очень много толстых, громадных, просто громадных аллигаторов. Пошли. И я бы, конечно, могла проехаться вот этот вот коротенький путь до этого ресторанчика. Это называется Расти рестораны. Растик рестораны. Такие сделанные из палок и досок, заклеенные там непонятно чем, но вот в этом и есть их прелесть. Американцы обожают такие растик-рестораны. И тут обычно можно встретить, как я уже сказала, десятки, просто десятки этих мотоциклистов. И вот такой вот ноу-смокинг, вот такой бутанчик, вот такой газовый баллончик. Такой, если рванет, мало не покажется, конечно. Вау! Вау-вау-вау! Итак, люди, наверное, ждут райда. Здесь можно заплатить $28, и вас покатают и покажут вам вот таких вот громадных крокодилов, аллигаторов с такими острыми зубами. У-у-у. Вот такие вот махинищи здесь живут. Это река Сент-Джонс-Ривер, самая такая аллигаторная река. Самая густонаселенная вот этими. Hello. Хорошенький ресторанчик. И тут продают мясо аллигаторов. Можно поесть. И мы когда-то сюда с Дугласом приезжали, заказывали себе это мясо аллигаторов. Сидели вот здесь, ели мясо. И вот тут вот они прям, вот тут вот они под нами плавали. Сейчас высокая вода, поднялась вода очень. А когда вода немножко спускается, получаются такие как бы пляжи. И вот аллигаторов можно видеть. Они приплывают, ложатся на пляже и греют свои косточки. Очень популярное место. Потрясающее место. Советую каждому. И вот написано, пожалуйста, не кормите птиц и, пожалуйста, не кормите аллигаторов. Гейтерс их называют. Улетела журавушка. Итак, я сейчас пройдусь по мостику, хоть бы тут аллигатора нигде не было. Голодного. Если не голодный, то ладно. Бог с ним. И вот вся Флорида покрыта реками, озерами, океанами, пляжами, просто водой. Миллионы птиц всех цветов радуги, размеров и названий. Тиф-т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 иф. Выстроились красотки мои, Флорида Чикен. Давайте, девочки, давайте потихоньку. Покажите свои красивые ножки. Стройняшки и чибис. А это все чибисы. Почему-то один из них черный. Грязный, наверное, испачкался, а искупаться негде. Да, точно, это чибисы. Там только что кто-то нырнул. Может быть, и аллигатор.
Ой-ой-ой. Тут реально как бы надо быть очень осторожным в таких местах, потому что тут заграждений никаких нет. И они реально, аллигаторы, могут вылезти и так это куснуть за задницу, да. Это хорошо, если куснуть просто за задницу, а если это, то тогда и ой. Вот я не знаю, там, по-моему, живут вот в этом домике. Я бы, например, жила бы в этом домике. Сколько воды. Орлы летают. И вот развод и девичья фамилия. Совсем он ее заломил. Совсем она вон прилегла на один бок. Это пальмочка. Но жива осталась. Он вон высох, бедненький. Обрубленный, подрубленный со всех сторон. Подпиленный. Вот так вот. Какое было дерево шикарное. Громадное. Да? И так бывает. Я снова подошла к воде. Какая красотень, боже мой. Вот каждое место, где останавливаешься, такая красота. Сейчас я проеду буквально 2 мили, и вот там будет большой парк с детскими площадками. Громадный парк просто, где я гуляла совсем недавно и снимала кровожадного аллигатора, который за мной следил. Вот это вот для инвалидов. $250 штраф, если вы покуситесь здесь остановиться на месте инвалида без специального разрешения. Дяденька едет. Рыбки наловил, ему хорошо. Здорово. Ой, какая красота. Господи, какая же красота кругом. Никакой коммерческой деятельности. Никто не собирается тут никакой коммерческой деятельности. Это даже как бы не это, не обсуждается. Вот это мусорка, такая бочка, раскрашенная с дельфинчиком. Так, пошли прогуляемся по этому деревянному помосту. Вот он сейчас лодочку свою перевяжет. Спустит сюда, вот сюда поставит задом свою машину с трейлером, завезет лодочку на трейлер и поедет домой. Ой-ой-ой, тихо, хоть бы не свалиться. Фу. Как здорово, вау, как здорово. Вот он сейчас машинку свою задом в речку воткнет и поедет домой. По-моему, дождик сегодня будет. Я не проверила на погоду, но похоже, что будет дождь сегодня. Ой, как здорово. Я тогда лягу в машинке и буду лежать, читать книжечку. Как я люблю, когда дождь идет. И быть в машине. Вау. Вот так вот. Машинка сейчас заедет колесами прямо в воду можно. Да, и он сейчас на нее заедет. Хай. Вот так вот. Вот так. А у кого-то прямо в собственности вот такой вот AirPod. Кожаные сиденья. Класс. Сейчас присядут и рванут. Супер. Рыбалочку. Аллигаторов посмотреть, понасниматься с ними, понафотографироваться. А я поехала на пляж. Вот он сейчас тоже его спустит в воду. Место, конечно, просто уникальное. И куда бы я ни пришла, я везде говорю, это место уникальное. Потому что каждое место, где я бываю, оно просто офигительно изумительное. Ой, как здорово, боже. Как здорово. Вон моя красавица машинка стоит, меня ждет. Сварит мне здесь кофе. Нет, какой-то вид не тот. Я сейчас залезу в машину, остановлюсь в красивом месте на красивый вид. И там сварю кофе прямо в машине, потому что очень сильный ветер, на улице этого не смогу сделать. Вот так вот. Вот так вот. Пошли. Пошли. Поехали далее. Облака, однако, да, такие хмурые-прихмурые. И сейчас, наверное, я еще зайду в одно шикарное тоже место. Тоже называется Boat Ramp. Вот здесь Boat Ramp.
это где спускают на воду водные транспорты, транспортные, как бы сказать, сюда сказать, нет, ну лодочки будем говорить, да? И вот через дорогу, мы там с Артом были, он мне этот парк открыл, перееду через дорогу, и там еще один такой же парк, и тоже с рампом, ну не такой же, понятно, но тоже парк, и тоже выход на реку, поехали.